Вітаю всіх глядачів. З вами Сімба та Юлія Стрішкіни. Ми на каналі Dogs Organizations Global Initiative. Під час кому цей канал створювався для того, щоб створити, запровадити в Україні свято Всеукраїнський день собак. Але ситуація змінилась. І тепер це канал, на якому ми хочемо розповісти вам про історії людей, які постраждали в цій війні. Головний редактор нашого каналу, наших ефірів, який підготував питання. Я тебе вже пропіарила, можна йти. Дякую, зайчик. І сьогодні ми почнемо наше інтерв'ю з пані Іриною, яка змогла врятуватися з Маріуполя та яка при все врятувала 35 своїх собак. Здравствуйте, Ірина. Здравствуйте. Ирина – жительница Мариуполя, член Кинологического союза Украины и владелец питомника собак породы Чихуахуа из дома Петров. Ирина Петрова. Ириночка, скажите, пожалуйста, какой была ваша жизнь до войны? До войны у меня была хорошая жизнь, у меня было все. У меня был дом. Большой, красивый, светлый. У меня была квартира. У меня была работа, на которой я отработала 35 лет. Все было. У меня были собаки. Любимое дело, питомник. Собаки породы чихуахуа. Мы ездили на выставки. Мы жили, оказывается, очень отлично и счастливо. Пока не наступило 24 февраля. 24 февраля мы проснулись от того, что начались. Где-то там, далеко, взрыв. Сначала на левом берегу нашего города начали бомбить. Вроде как это было далеко. А потом плавно-плавно перешли в город. На нас наступали с нескольких сторон. Вот как бы город, из Бердянска подходили войска. Левый берег оттуда со стороны ДНР. Ну вот как бы кольцо вот это вот оно сближалось. Эвакуации не было, коридоров не было. Ничего не было, город оказался брошен и разграблен, как бы размародерен. То есть люди были все растеряны, люди не знали, что делать. У нас сначала пропал свет, потом исчезла, естественно, и какая-то информационная составляющая, у нас не было связи, воды. Последним исчез газ, и вообще жизнь, в общем-то, стала напоминать первобытную. Потому что стали готовить на кострах. Вот так пришла война. Потом начались бомбежки, начались ракетные обстрелы. Самое страшное было, это, конечно, обстрелы. И полное отсутствие информации, не было связи с детьми. У меня очень душа болела как-то. Ну, у меня в Мариуполе дочь, ее семья, родственники. То есть вот это отсутствие информации, это самое. Ты не знаешь, кто где, ты не знаешь, какой статус у нашего города. Как бы далеко ходить я не могла ногами по причине того, что я все-таки инвалид и хожу не очень хорошо. А на машине ездить я боялась, потому что я знаю, что машины отнимали. Этому было очень страшно. Мы не знали, кто. Наши, не наши, вы знаете, как-то вот такое вот, далеко уйти, боялась кого-то встретить там, вот так. К детям пойти ногами я бы не дошла. Но они там, было несколько раз, приезжали, брат прибегал, как бы вот от него узнавала информацию. Но было вот очень страшно, чтобы с ними ничего не случилось, потому что вот они побежали, обстрелы. То есть вот так, да. Где вы прятались во время бомбежек? Как собаки реагировали? Где они были? Что происходило? Когда были бомбежки, вообще с начала войны я была дома. У меня, как бы в доме были я и моя мама. У меня мама лежачая была, 7 лет лежала, поэтому никуда я ни уйти, ни уехать не могла. Собаки тоже были со мной, дом 150 квадратов, было достаточно места для того, чтобы, и собакам. Но когда не стало света, когда не стало, вообще ничего видно, бомбежки эти, собаки были возле меня, и они даже не хотели на улицу выходить, потому что в доме стены приглушали как-то.
А на улице было очень страшно, эти взрывы вот как бы над головой, они слева, справа, ну, жутко, просто жутко. После этого я вынуждена была собак закрыть в вольеры, абсолютно всех, потому что я после операции, я инвалид второй группы, у меня два искусственных тазобедренных сустава, поэтому я очень боялась, чтобы меня собаки в темноте не уронили, чтобы я не упала. Потому что связи не было, и поднимать меня было некому. Да и могла, конечно, повредить все вот эти вот. Правильно ли я понимаю, что целый месяц они не выходили на улицу, и, соответственно, все естественные нужды, это все происходило в доме? Да, да. Невозможно было собак вывести на улицу, они боялись. Они, даже если я выносила на руках, вот в те редкие паузы, которые между обстрелами, они бегом бежали домой. То есть, как бы, да, они все делали дома. Потому что, ну как, я такое количество собак, ну, у меня 30 собак было моих, из них 6 старичков и 5 щенков было. То есть, как бы, вынести и всех вывести, они боялись. Они... Незадолго до эвакуации у вас умерла мама. Вы смогли ее похоронить? Нет. Мама осталась. Мама похоронена. Мама умерла тихо, спокойно. Я закрыла ей глаза, почитала молитву. Но физически я не смогла сама ее похоронить. Рядом никого не было. То есть как бы мама осталась лежать. Ее просто потом, когда уже просила соседей там, соседи у нас, они вынесли ее, вот как плавает, вынесли в сарай, потому что похоронить куда-то на кладбище, это ничего не делалось, мы хотели ее похоронить. К сожалению, ее не получилось. Мама осталась. Это все произошло в период, когда активно бомбили, если я правильно понимаю. Да, это были обстрелы, и как бы позвонить и позвать никого невозможно было. Ну, то есть как бы мы каждый сам себе. Ну вот так вот. Ну сейчас Господь Бог решил сам, наверное, за себя. От обстрелов, короче, сарай завалился, и мама оказалась погребена под обломком. Я надеюсь, когда мы вернемся... А мы вернемся. Мы верим. Не знаю, что да. Это будет. И тело мамочки моей мы придадим земле рядом с мамой. Это долг за мной висит, и я его исполню. Когда в итоге появилась возможность эвакуации? Сначала еще не было возможности эвакуации. Нам не давали ни выезд, ни зеленый коридор, ни гуманитарку не пропускали, ничего. В городе все магазины были разграблены, воды не было, мороз был, снег. После смерти мамы дочка приехала, забрала меня к себе. У них на тот момент на улице дочкин дом, через дорогу дом зятя сестры. И в общей сложности там пряталось 40 человек. Людей, которых уже пострадавшие были от бомбардировок и обстрелов. И вот так вот насобиралось по 20 человек в каждом доме. Ну, добавилось еще и я. Там были люди разных возрастов, сотрудники, коллеги, просто друзья. И вот так коллективно мы выживали. Молодые по воду ходили, мы стали узнавать, где какие источники, где какие ручеечки. Был мороз, снег выпадал, собирали снег с крыш машин, топили, кипятили, пили. Снег, дождь с водосточных труб собирали тоже воду, отстаивали, тоже кипятили. Шли на, как бы, на такие, на бытовые нужды. Продукты тоже молодежь бегала где-то, где вот размародерили какой магазинчик. Там были перекупщики, у которых можно было что-то купить. Продавали втридорога, естественно, все. Потом что-то вот люди, которые к нам приезжали, они привозили с собой то, что у них было в холодильниках. Вот так коллективно как бы, ну, кушали раз в день, утром пили чай, кофе.
и сами хлеб пекли. У нас мужчины были, которые, ну, как бы с руками, фантазией. Ну, наши люди, наверное, они не пропадают нигде. Выкопали ямку в земле, кирпичики сложили, как-то там закрыли. Ну, в общем, короче говоря, у нас были те, которые месили тесто, те, которые делали как бы самое необходимое, формочки нашлись, а мужчины пекли. Именно там на костре, да, на огне. Да, делали настоящий, получался хлеб, да, такой кирпичик, брусочек. Делали по несколько вот как бы штук. И у нас хлеб был, да, люди его вот не видели сколько. У нас был хлеб. Ну, а потом мы все надеялись, что как бы нас Бог миловал в двух домах. Стреляли слева, справа, по улице уже очень близко были разбомбленные дома. Вопрос эвакуации выезда стоял очень остро. У нас собралось во дворах, ну, несколько машин. Это было тоже страшно, что вот если было бы попадание, то, ну, сами понимаете, что бы это было. А бомбежки все приближались и приближались к нашим домам. А выезда не было. Просто не было. Люди возле драмтеатра подъезжали, там как бы центр был такой, узнавали всю информацию. Стояли сутками люди на машинах в полной готовности как бы выехать, а выезда не было. И потом вот в один прекрасный день мы узнали, что одна колонна прошла. И на следующий день как бы, ну, мне зять сказал, у вас есть час. А все это время, как бы, да, вот я была, что у дочери, ну, мотались кормить. В раз, там, в два, в три дня удавалось съездить, как бы меня одну не пускали. Но кто-то из наших мужчин со мной ездил, мы приезжали кормить собак. Там мы им насыпали много еды, ставили воду, все в темноте. Собаки, конечно, очень боялись, очень. Ну, как бы, к сожалению, вот так вот такой был промежуток у них времени. Ну, а потом, когда зять сказал, что мы будем выезжать, сказал, у вас час. И я, короче, я этих собак... У меня машина универсал. Я сложила сиденье, я туда забрасывала из этих всех вольеров собак. Я очень боялась, что кого-то не поймет. Считала, потому что я как бы на... Вообще ходила с палочкой. А здесь мне приходилось из вольера на улицу в машину вот, по две собаки таскать, кидать просто через двери. Они ехали у меня навалом. Друг на друге. Все, что удалось, это корм погрузить. Они тоже вспоминают. Да. Это они уже отошли от страха, начали гавкать. Ну, погрузили корм. Самое интересное, что я еще в этом запале, я умудрилась... Документы их, ну, как бы родословные, вот у меня сумка с документами, я забросила документы. Ну, и из своего я, в общем-то, ничего не взяла, только один кулек, которым оказались принадлежности. Вот собачник, себе ничего, зато у собак ничего, до смешного, вот до смешного, да, что... Потом уже, когда думали, можно же было и то взять, как бы, ну вот у меня все было, да, я не взяла ничего. Я очень боялась опоздать, чтобы из-за меня не сорвалась эвакуация, потому что я все-таки в другом месте живу, мне надо было потом туда. Ну, в общем-то, как бы вот так вот. И я единственное, очень боялась, чтобы никого не потерять из собак, чтобы, ну, кто-то не затерялся там в глубинах моего дома. Но ничего, всех забросили, старичков своих. У меня есть очень собаки, которые такие вот уже плохо ходят. Щенков погрузила. К сожалению, ни переносок, ни лежаков, ничего из принадлежностей взять не получилось. Потому что как бы мы же еще везли еще и людей. Не просто, что я с собаками, а мы еще людей вывозили. Поэтому мы поехали. Закрыли дом. Дом был целый еще. Мы его закрыли. Поехали. Поехали в неизвестность. Ехали мы двое суток до Запорожья, даже больше, чем двое суток. Очень медленно. Ну, нам повезло. Мы выезжали, ну, выезжали в колонии из города, там как бы вот, как муравейник, вот такой вот колонна двигалась.
Мы пристроились, очень долго выезжали под обстрелами, ну, как бы по колонне не стреляли. Через прилегающие поселки мы ехали, Мелекино, Мангуш, как бы потом мы ехали на Бердянск. Очень долго ехали. Топлива было, но мало. Заправиться было не. Деньги у многих были на карточке, наличек не было. Карточка там – это, ну, как бесполезная вещь, потому что ее нигде не отоварить, нигде не снять деньги, ничего. И, в общем-то, заправиться тоже нигде не было топлива, абсолютно нигде, купить не у кого. Поэтому мы поехали на свой страх. Ну вот лично я доехала до Бердянска, и все. Ну потом начали буксиры цеплять. И получается, те, у кого был бензин, тащили на буксирах, тех не было, у кого закончился. Меня дочь тащила на буксире. Она первый раз ехала на буксире, и я первый раз ехала на буксире. Мороз минус 7. По дороге мы подобрали женщину, я подобрала. У меня было еще одно место, короче, я посадила туда женщину. И вот как вот, ну, как говорят, любое доброе дело, оно потом воздается. И когда ночью мы ехали и тащили, ну, как дочка меня тащила на буксире, мне было очень страшно, машина была как бы неуправляемая. Я боялась или себя не повредить, или дочери сзади бампер не отбить, или что-то. Ну, короче, вы понимаете, что такое ехать слепой на буксире. Кругом блокпосты уже не наши. Поэтому было страшно. И сын женщины, которую я везла, он ехал в другой машине. Он, оказывается, водитель. И вот он сел за руль у меня. И совсем по-другому мы поехали. Еще, кроме того, замерзало ветровое стекло, потому что машина была без, ну, как бы двигатель не работал. Пришлось еще стекло оттаивать, потому что, ну, полностью замерзало. Прошкребали окошечко, ехали. Ну, в общем-то, доехали. Мы доехали до Токмака, и там нас разместили в монастыре. Монахи нас приютили. Мы там переночевали, накормили нас там. Наш украинский монастырь. Было вообще очень приятно. Такие люди, ну, монахи, да, конечно, люди верующие. Они, ну, вот, простая еда, но мы настолько были голодны, мы настолько были, что это тепло, это хорошо, на, ну, как бы вот. И они нас топливом заправили. То есть дальше мы поехали уже своим ходом. Мы переночевали, утречком встали. Собачки мои в багажнике сидели все это время. Ночью вставали, прогревали, ну, чтобы они не замерзли. Но у меня там были пеленки, одеялки накиданы. То есть как бы они в общей куче нормально было, не замерзли. Мы поехали дальше. Потом мы доехали до Запорожья. Без приключений как бы с нашей стороны. Но эту же колонну потом после нас обстреляли. И там были жертвы. 5 машин было разбито. То есть я же говорю, над нами, наверное, божьи крылья были, или я не знаю, как мы доехали. Нормально. В Запорожье нас встречали друзья. Очень хорошие друзья, семья Доронинных. Татьяна, Владимир. Вот, ну, настолько вот люди просто, вы знаете, это сплошная душа. Дети их, ну, мало того, что они нам топливо привезли, бензин, они привезли еду собакам, 2 мешка. Они привезли всякие поилочки, поводочки, ошейнички. И самое главное, они забрали моих щенков. Тех деток, которые росли в темноте, которые, в общем-то, не видели белого света и не двигались практически. Они забрали их, и сейчас, ну, вот они даже уже на Фейсбуке выкладывают, бегают. Они 2 постарше они пристроили в хорошие руки. Эти сейчас собачки вот уже подрастают. От рахита уже избавляются, потому что отсутствие света, движения и солнца, ну, естественно, там. Вот, вот так вот. То есть в этом вопросе. Так самое главное, что вот эти наши друзья, они привезли кастрюлю теплого супа. И мы все покушали. Мы настолько вот как бы, оно не замечалось в этой горячке, вот в этом всем. И потом мы поехали дальше. Во время вашего дальнейшего пути вы делали публикацию в Фейсбуке на своей страничке. Скажите, пожалуйста, о чем она была и к чему привела? Когда мы вырвались,
Ну, во-первых, это не верилось, что мы... Когда мы увидели вообще украинский флаг и украинских солдат, мы плакали. Я как бы... Мы подъезжали, когда в Запорожье, вот я забыла сказать, вы знаете, это вообще потрясающе. Пока мы стояли на въезд, очередь стояла, волонтеры, солдаты, нам давали еду, нам просто ходили в окна, совали продукты, банки с тушенкой, печенье, спрашивали, где дети, они туда несли сладости. Понимаете, ну вот ну, мы плакали вообще, настолько вот люди сплотились, настолько люди стали душевными. Вот, ну не передать словами, это вообще это что-то. Надо, ну, простые, вот ходили с коробками, с коробок прямо раздавали. И потом, ну это вот как бы я да, к слову. И когда я сделала пост на Фейсбуке, что мы живые, что мы выбрались, это было в Запорожье, и что я вывезла всех своих собак, ну, как бы все мы целые, да, немножко потрепанные, грязные, вот, с дурным запахом, потому что, естественно, какими они могли быть после месяца в вольерах в этих. Люди настолько, вот кто такие же питомники, кто меня знал, вот со всех уголков и нашей страны, и за границей начали писать, начали поддерживать. Люди начали деньги мне присылать. Люди начали, ну, вообще вот просто пишут, поддерживают, радуются. Вот когда ты видишь эту поддержку, когда ты чувствуешь, что тебе искренне, когда мне стали звонить, спрашивать, что нужно, как помочь. Знаете, хочется жить, вот хочется, начинается какой-то второй этап, открывается второе дыхание, и ты понимаешь, что да, жизнь не окончена. Она не окончена. Это страшный, но как бы можно жить после этого. И друзья из Одессы, тоже заводчик, владелец питомника, она кинула клич, когда узнала, куда мы едем, мы направлялись к Кременчугу. Полтавская область, потому что у моих детей там хорошие друзья. И мы знали, куда мы едем. И когда кинули клич, где меня разместить с собаками, отозвались очень быстро. Совершенно незнакомые мне люди, вот совершенно, они меня не знали, мы не были знакомы по Фейсбуку, ну вообще никак. Люди предложили свое помещение. Такая есть здесь в Кременчуге Юлия Шумская. Замечательный человек. Замечательный. Уже когда познакомились. И ее муж. Доценко Костя. Вот они, когда мы уже знали, что мы сюда приезжаем, они нас приняли. Разместили моих собак в этом помещении. Это, ну, как комната находится на промзоне, ну, как бы пристроенное жилое помещение, там кухонька вот ихняя была, и вот эту ораву собак они туда поместили. Ни вольера, ничего. Мы выгружали этих собак, там, получается, второй этаж. Они были обалдевшие, мы были, ну, в общем, настелили там тряпок всего, ну, хоть можно было перевезти дом. Потом встал вопрос, такое количество собак. 30 штук, что с ними делать, как их вообще как бы содержать. Дома это вопросов не было, дома все для собак было. И выгул, и помещение, и все, весь дом был. А здесь чужой город, чужое как бы вот, что делать самим, не знаю. И опять же, кто из моих друзей разместил посты, то ли на странице, в общем, я даже не знаю как, но мне стали звонить волонтеры. Мне стали люди предлагать свою помощь. Мне дали две клетки больших местные волонтеры, вот просто. И стали приводить людей для того, чтобы моих животных взяли на передержку. И порядка 10 собак разобрали вот буквально за считанные дни. Слава Богу. Слава Богу. Да, И вот момент, когда вы отдавали их на передержку, вот что вы чувствовали? Я просто примерно понимала, что это было, но мне хотелось бы, чтобы вы озвучили это нашим зрителям. И как у них дела сейчас?
Вы знаете, отдавая собак, я отдавала отчет в том, что, возможно, я отдаю их навсегда. Почему? Потому что то, что у меня рвалось сердце и болела душа, это мое. Но я также понимала, что я обязана этим настрадавшимся животным дать счастливую жизнь, чтобы они, ну, по возможности забыли тот ужас, который они пережили, чтобы они могли жить полноценной жизнью. Поэтому они пошли в лучшую жизнь, а я? Я за каждой собакой. Вы знаете, я плакала, как будто я отдавала своего ребенка. Благо, там никто не слышал. Я плакала дома, дочь меня ругала. Дети здесь разместились в квартире, тоже друзья помогли, квартира была. Я жила с детьми. И я каждый день ездила туда. Там приезжали волонтеры, привозили друзей своих, которые брали собак, как бы очень быстро так. Хорошие люди попались. Все вот, ну, вот. Ну, собаки попали в великолепные семьи, в отличные семьи. Я отдавала бесплатно. Лишь бы только эту собаку приняли, чтобы она вошла в семью, чтобы ее любили. Ну, то есть, чтобы поменялась жизнь к лучшему каждой моей собачки. Ведь я их, ну, основную массу, это родившиеся у меня в питомнике. И каждую я помню, каждую. Я знаю, что с вами делятся новостями о том, как дела у ваших воспитанников. Расскажите, пожалуйста, вот эту историю о том, как одевают, о том, как они обнимаются. Да, дело в том, что собаки, даже когда люди приходили, и вот мы были на этой промзоне, да, собаки лезли людям в руки. Вот они все, даже те, которые раньше, ну, могли укусить, они все лезли в руки. И вот кто полез в руки, допустим, человеку, вот ту собаку они и брали. И я единственное просила, говорю, если у вас не сложится, если вдруг, вот, ну мало ли, вот вы взяли собаку и поняли, что это, ну, не ваше, вы не можете, верните ее, пожалуйста. Ну, никто не вернул, вы знаете, все счастливы, все вот присылают мне фотографии, мы созваниваемся, разговариваем. И они их наряжают, они там с ними, наверное, в кровати валяются, мне присылают фото, видео, как они в постели, уже собачки подходили. И вы знаете, я даже вынуждена была отдать одну свою собаку. Она у меня трижды чемпион Украины. Она у меня best of best in the breed дважды. То есть собака с титулами, с регалиями, да. Собака вообще, ну, как бы душа собака, да. У нее очень легкий характер. Я вынуждена была ее отдать в семью, причем как бы единственной собакой это было мое условие. Почему? Потому что после перенесенного у нее при звуке сирен начинались судороги. То есть собаку надо было брать на руки. Мы ее закутывали в плед и держали, уговаривали, как бы разговаривали с ней. Она потихонечку успокаивалась. То есть во избежание дальнейших вот этих вот, ну, как бы сейчас она в семье, мне присылают фотки, она вообще по характеру она очень легкая собака, она привыкла ездить по выставкам, она привыкла к смене как бы людей, и я хочу сказать, что порода чихуахуа, она вообще вот такая вот, вообще не очень легкая, то есть как бы, и в целом все собаки, которые отданы, знаете, я их не буду собирать, я смотрю, люди им душу отдали. Люди им сердце подарили. Они приняли взрослых собак. Это не щенка. Они приняли взрослых собак. Эти собаки, ну, как сказать, дети войны, да, вот они с поломанной психикой, они со своими сложностями. Начались сложности где-то в некоторых семьях с туалетом, что вот собаки, как бы, пока они переучились. Но когда это все преодолели, и их любят, их просто любят. Я не буду их забирать. Пусть они живут. Пусть они живут счастливо. И вы знаете, и я перестала плакать. Я успокоилась. Я поняла, что на любом этапе надо уметь сказать, ну, короче, остановиться, поставить какую-то точку и начинать с нуля. Сейчас новые двери не откроешь, если ты не закроешь старые.
Да, есть тоже такое выражение. И я как раз хотела у вас спросить, скажите, пожалуйста, а был ли момент, когда вам казалось, что все, вот больше сил бороться нет? Вы знаете, наверное, вот так, чтобы сказать, что все, мы на дне, нет, такого не было. И все это произошло благодаря поддержке друзей, людей, совершенно чужих людей. Украина до такой степени сплотилась. Вот я сейчас говорю, у меня мурашки по коже, понимаете? Люди с востока, с запада, вот центральная. А нас, ну вы знаете, надо, наверное, было оказаться в этих условиях, надо пережить войну, чтобы понять, какие в нашей стране люди. Вы знаете, меня сами находили. Мне звонили и говорили, а где вы находитесь, как вам привезти гуманитарку? Ну, понимаете, вот, вот так вот. Я выложила на Фейсбуке фотографию своей собачки в коробочке вместо лежачка. Люди прислали мне посылки и переноски, и лежачки, и пледики, и средства от блох. Понимаете, вот даже ошейнички, там рулеты. Ну, все не перечислишь. Вот, люди оторвали от сердца, от себя, как бы, понимаете. Ну, вообще, ну, это просто замечательно. Так... Слава корма Богу, приходят. Да, понимаете, вот просто, же, начиная от кормушечек, поилочек, заканчивая кормами, влажными вот этими, ну, как бы, влажные корма. Ну, я же, люди настолько вот, слов нет, понимаете, благодарности моей тоже нет предела. Я не успею, не устаю благодарить людей. Это просто, как сказать, мы сила вместе. Вместе да. Мы сила. Поэтому наша страна выстоит. Это я уже знаю. Аминь. Поэтому руки до конца, да, у меня никогда не опускались, вот благодаря поддержке извне. Ириночка, но при этом вы так достаточно вскользь сказали, упоминая ваш дом, мы знаем из СМИ, что практически 90% города уже не существует, и из ваших слов я поняла, что на сегодняшний момент вашего дома уже нет. Это правда? И как вы об этом узнали? Правда. Дома нет. Он сгорел полностью, он разбит, и он сгорел. Нет и квартиры. Она тоже сгорела. То есть у меня нет ничего. Узнали, ну, люди, которые... У нас вся улица сгорела. И люди, ну, жильцы нашей улицы, они ездили, они видео снимали. То есть у меня не просто фотография, у меня видео есть. Каждого дома сгоревшего. Из вот разных там снимков, ну, каждый же искал свой дом, каждый искал что-то. Из снимков увидели, и ну, разные группы же есть, там выкладывают и по улицам, и по домам. Вот оттуда и узнали, что все сгорело. У дочери части дома тоже нет. У брата крыши нет, дом старый, является исторической, как говорится, ценностью. У нас два дома со шпилем в Мариуполе. Вот один из них, это жил брат. Там тоже попадания квартиры нет. Поэтому вот только в размерах нашей семьи вот такой, понимаете, нет, возвращаться некуда. Но мы все равно вернемся. Вам наверняка известна судьба и других кинологов из Мариуполя. Расскажите, пожалуйста, о них. Ну, насколько я могу судить, у нас вообще большая в Мариуполе кинологический наш центр «Азов», он включает много человек. И вот из тех, кто имеет питомники чихуахуа, я знаю только одного человека, кроме меня, которому удалось выбраться. Но если мы выскочили, можно сказать, целые невредимые, то у Натальи... Наталья Караваненкова, питомник Son of the Water. У нее гораздо трагичнее. Она жила в девятиэтажке на 7-м этаже, и к ним прилетел снаряд. Завалила ее сына и собак. В настоящий момент у нее 4 собаки. В общем, она выбралась, откапывала сына, потом она откапывала собак, сразу не смогла. В общем, несколько дней, порядка 5 дней она откапывала собак.
собиралась силами, снова шла в этот разбитую, в эту квартиру. В результате она откопала всех собак. Ей удалось выбраться, а сейчас она находится в Никополе. Она была в очень таком вот удручающем состоянии, очень тяжело выезжали. Подробности, как они выезжали, но я, к сожалению, не знаю. В принципе, у каждого из нас своя трагедия с этим связана. Вот. Но, в общем-то, ее приютили. Приютила ее заводчица, у которой она брала своих собак. И, насколько вот я могу судить, сейчас у нее все хорошо. А собак, которых она откопала, они живы? Да, она несколько дней их откапывала, но откопала, все собаки живы. У нее 4 собаки, и все живые, все вместе с ней. А других, значит, заводчиков, которые именно породы чихуахуа, одна, я знаю, у нее много собак, она сидит в Мариуполе. Они без транспорта, и она, дочка очень пытается ее вывести, но не получается. Город очень сильно обстреливают, и мало кто, у кого есть желающие. Там нужен микроавтобус, именно микроавтобус, чтобы вывести переносчика. Но она там пока, ну, так говорит, живые собаки. Туда очень большая проблема доставить корм, доставить вот какие-то средства, ну, гуманитарной помощи. Куда не пропускают. Особенно остро стоят вопросы с кормами. Еще один питомник у нас, не буду называть, кто и что, потому что это очень трагично, это очень. Там собаки-чемпионы, там собаки высшего класса. Прямое попадание, нет ни дома, нет ни собак. Владельцы вышли на Facebook, написали о том, что такое приключилось. Больше они не ходят. Я очень глубоко сочувствую. Я настолько вот потрясена этим, но я не могу передать, вот насколько это трагично. Многие наши повыезжали, насколько я знаю, вот именно по Facebook выходят, видя, что они в сети. Кто-то вынужден был, к сожалению, вот так, потому что у нас с левого берега вывозили только на Россию, причем вывозят принудительно. Некоторые наши члены клуба попали вот туда, в Новоазовск и дальше, то есть территория ДНР и России. Но это, я думаю, это временное явление, потому что люди пытаются всеми силами вернуться обратно. Но, к сожалению, имеет место принудительного вывоза. Это вот мы уже знаем. Грузят и вывозят. Значит, еще у меня один очень приятный пример вот такого, как люди не бросают, как люди делят последний сухарь, последний кусок хлеба. Это вот, ну, не из области собак. Это у меня была несколько лет назад кошка породы сфинкс, ну, по состоянию здоровья. Вот я не могла ей уделять должного внимания. И я отдала ее знакомым. У них был уже кот, и она пошла туда подружкой к этому коту. Вот. Парочка была очень такая, вот они были стерилизованные, то есть парочка в смысле друзей. И жили они прекрасно, жили. И вот недавно уже здесь, в Кременчуге, пришло мне сообщение в Телеграм о том, что владелец этих кошечек, котиков, пешком из Мариуполя в Бердянск, а это 80 километров, он нес на себе эту пару, это порядка 10 килограмм, он тащил 80 километров. И как на мой вопрос, как же ж ты нес, как ты вообще герой такой, вот он говорит, ну это ж моя семья. Как я? Знаете, вот настолько трогательно, да, слез, что парень, молодой парень со своей... Вот они подтверждают. Вот со своей невестой, они, преодолев такое пространство, они ели... Вот то, что сами ели, то они и котам давали, у них не было корма. Они, в принципе, и начали это движение в другой город, потому что ни еды, ничего. И вот от безысходности это они решили уйти. В настоящий момент у них все прекрасно, они находятся в Черновцах. И, в общем-то, даже те, ну, небольшие, так сказать, проблемы по здоровью у сфинксов,
они уже нивелированы нормально. Короче, все хорошо. Вот было очень приятно. Вы знаете, вот такое. Это наши люди. Это наши люди. Они идут, несут, везут, но они не просят. Я очень надеюсь, что эта история станет прекрасным примером для всех остальных. Ирин, скажите, а вы смогли найти для себя ответ на вопрос, как жить дальше? Вы знаете, это, пожалуй, на сегодняшний день самый большой вопрос. У меня нет на него ответа. Все будет зависеть от того, какой будет завтрашний день. Но, живя сегодняшним днем, вот в будем так говорить, не все так плохо, да? Вот прожили мои собаки месяц у друзей в одном месте. В настоящий момент нашелся небольшой такой крошечный дачный домик с земельным участочком. Мы сюда переселились. Я потихонечку здесь благоустраивала, понемножечку перевозила сюда своих собак. И вот вчера буквально я забрала 3 последних. И теперь мы вместе. Я очень счастлива. Сегодня мне сделали вольер на улице. Это настолько вот, ну это, знаете, вот маленькое, но большое счастье. Собаки могут гулять, они могут свободно перемещаться. И единственный недостаток, конечно, это то, что в этом доме нельзя зиму. Это действительно летний, очень такой вот маленький, без удобств домичек. Самое главное, он холодный. Он тоненький такой, тонкие стены. Утеплять его, что-то как-то вот готовить его к зиме, ну, это капиталовложение, то есть вот я не в состоянии это сделать. Поэтому очень остро стоит вопрос вот за летние месяцы найти какое-то жилье в окрестностях, в Кременчуге или в окрестностях, потому что, как вы понимаете, с таким количеством собак в настоящий момент вот у меня их 20. И очень сложно, можно сказать, невозможно. Ну, понятно, в квартиру нас вообще не пустят. Дом тоже не каждый. Ну, очень бы хотелось найти домичек такой. Пусть без удобств, но теплый, чтобы можно было отапливаться, можно было как-то, ну, зиму провести, потому что вот сейчас отчетливо понимаем мы, что зимовать придется здесь. То есть как бы мы не сможем вернуться домой. Во-первых, некуда, во-вторых, я думаю, не закончится еще. И вот это вот на сегодняшний день самый острый вопрос. Все остальное у меня, можно сказать, я счастливый человек. Родные со мной, собаки со мной. Живу вокруг очень много хороших, добрых, отзывчивых, жизнерадостных людей, которые меня поддерживают. Вы знаете, и я надеюсь, очень надеюсь, что мы найдем дом и будем жить. Меня зовут, меня многие приглашают в другие области, меня за границу приглашают, там, где у меня щенки вот мои были, люди, которые знают меня. Но моя семья здесь сейчас, они здесь живут, они пока что здесь нашли свой какой-то вот пункт, где тоже их пригрели, их приняли. А я возле них, то есть как бы я не хочу далеко уезжать, мне надо быть здесь, потому что, ну, это моя жизнь, это моя семья, мне много не нужно, мне надо быть рядом. Я не, знаете, вот встал утром, знаешь, что все живы-здоровы, собачки, вот они рядом радуются, валяются у тебя на кровати, то есть как бы все хорошо. Я думаю, что вопросы с жильем мы решим, к сожалению, я потеряла работу. Покинув свой город. Я работала 35 лет в Мариуполь-Газе. Прекрасное было предприятие, прекрасно. Люди замечательные. Работа у меня была отличная. Но. Поэтому здесь, в Кременчуге, найти работу, конечно, наверное, сложно будет. Но я думаю, что все по мере возможности будет решено. Самое главное – жить. Я очень рада, что вы сохраняете оптимизм. На мой взгляд, это очень важно. И я хочу обратиться к нашим зрителям и попросить, что если вы можете помочь Ирине, пожалуйста, откликнитесь
И, Ирина, скажите, пожалуйста, вы каким образом люди могут связаться с вами, чтобы протянуть руку помощи? Facebook, Telegram, WhatsApp, Viber. В описании к этому видео вы сможете найти номер телефона Ирины, а также ссылку на ее профиль в Фейсбуке. Пожалуйста, откликнитесь, потому что именно вместе мы с вами сила. И в завершении нашего разговора мы приготовили для вас небольшой сюрприз вместе с нашими друзьями из Израиля и Юлией Кармель. Для вас подарочный сертификат на 1000 гривен в магазине косметики и личных вещей, ну, таких женских, знаете, штучек. Просто очень хочется, я знаю, что вы выехали абсолютно без ничего для себя, и вот так в меру сил, но нам очень хотелось сделать вам что-то приятное. Пожалуйста, не откажите принять. Надеюсь, он принесет пользу. Спасибо большое. Да, действительно, я без ничего, но... Ой, вы знаете, ну, тронуто, конечно. Спасибо большое. Вместе мы сможем все. Я в этом абсолютно уверена. И на вашем примере мы видим, насколько Украина объединилась, насколько украинцы стали более едиными. У меня есть личные примеры из жизни, абсолютно аналогичные. Примеры единения, да, в различных сложных ситуациях. Поэтому я верю в победу, я верю в успех. И я верю, что все будет Украина. Слава Украине! Да, слава Украине, все будет Украина. Героям слава. Да, героям слава.